Тебя, короче, когда кусал, что-то я перестраховался, форму демона снял, оказывается, можно не кусать. Заливайте ману, пожалуйста. Спасибо. Миша, кто бы говорил? Погоди, я что-то, блядь, понять не могу, что вот Синдры и с этой хуеплеты ничего на Эрпала не летит? Там, в принципе, только Тринки, все остальное. Синдрагос, ой, Синдрагос, Ворс, Валит, и тут есть штаны, но их берут не все, только я знаю. Да, штаны у меня есть уже. Вот пояс кожаный, да, по-моему, сейчас какой-то еще есть, то ли Зески, то ли Сока получше. А у меня тоже он есть. Там немного вещей, здесь кстати, Ген, насчет чиста, ты не хочешь нунс этого взять? С меткостью? Нет, у меня духовая меткость. Я вот, я же токен сейчас забрал. Я апну себе 50. Знаете, что я давно не видел? Плаща ебаного. А он так, тебе нужен? Давно никто не видел. Последний раз адмирал забрал. Тар, это в другом вопрос. А нужен ли тебе плащ, если тут, скорее всего, будет Реск убил? Если, скорее окей. Всего, любому будем убивать. Он, дай, ну, ты слышишь меня? Леха с вами будет ходить, паладином, ты так что у вас два там. Посмотри личку и обращай внимание, что люди пишут, ладно? Сейчас поймешь, о чем я говорю, ПМ прочитай. Все понял. Этот человек до тебя достучаться не может уже, блядь, с начала рейда. Кто копье спиздил? Ты Кося? Вот хороший ты вопрос. Не кинут его, нет? Не копья? Нет. И главное, все продолжают бить. Человек, который спиздил себе копье, уже не важно. Вон, на мне оно уже. А не важно. Ищите копье у себя в инвентаре. Дедлайтинг создает копье на пи... Никогда не видел, чтоб два щита на ней висит. Согласен. Она бы еще больше обмазалась, еще дождь на как-то. Карина здесь? Не дайте. Финкельштейну. Тебе надо что? Хорошо. Да. Так, добегаем, ставлю рыбу, фул рыбаф и танки. Войд. Ну и Грамбл также остается. Хилы. Денчик, я. Че, Денчик, вдвоем захилим? Нихуя. Женек, спекайся в хила. И в хиле же остаешься на Синдре. С нами троем летит. Бля, я символ убрал уже, ну хуй с ним, ладно. Ничего не знаю. Подождем тебя, вот так могу сказать. Почему он ДФЦ УК, хотя он на замене? Нет, в смысле подождем. Я имею в виду, что символ у меня сейчас не так стоит, который... Андай, портанист ЦУК, поставьте ему магию, этот Кирс, порт. Че у тебя лежит? Символ на большую волну исцеления? Нет. Да? То есть, вы не предлагаете... какой тебе нужен-то символ? Чтоб хилить Синдру, там, по-моему, нету ничего такого. Есть. Сейчас покажу. Ну, на большую волну ты хилишь себя, как бы. Ну, на так, быстрину. Так, япончик и друиды на рейде. Женек, я и Денчик по порталам. Начинаем с самого крайнего слева и по кругу. Похуй, ладно. Бля, маны нету вообще. Сейчас попью. Похуй, без символа будет хилить. Я
после этого босса портуешься, символы себе покупаешь. На Джайне, на Синдре будешь хилить. Хотя там нет. На будет, Синдре будет. Он не нужен, он только на Валитре. И взломали на Лосте. Не без все разницы. Нет. Давайте чек еще раз. Женек. Готов? Женек. Да восстановится у тебя эта мана, ёбаный ты в рот. С ферками. Все, погнали. Фаранда, я у тебя в игноре. Кто? Войт. Дискан? Вагон. Можете там сундук не открывать потом? Почистил, называется, черный список. Никто к сундуку не подходит потом. Денчик, скажешь, когда Геру давать? У меня вот один вопрос, Лучик, а где же Ноэм? Вылетел. А, ну да, ледяной король. Сейчас Геру дам, короче. Денчик, а если что, доспех на себя накинул? Совсем забыл что-то про эту тему.
меня так-то доспех был. Ну да ладно. Все. Ну, еще немного. Там от земли. Сундуку не подходим. Ни одна душа вообще не подходит. На шкаф сейчас тыкнемся. Сейчас поставлю. Ждем. Женуэн, заходи. Все заходим в инст. Фарада присум. Я там был. Я в хиле остаюсь или спекаюсь обратно? Ты в хиле остаешься. Смоньте всех. Фарада, Женуэн, вы тут? Плюсуйте. Фарада вижу. Женуэна пока что нет. Плюс пишет. Ну он в инт зашел, это самое главное. Мы его само не можем. А, ну все, да. Все тут они. Все. Все, я открываю. Вот и плащ ебаный нахуй. А вот и как. Я впервые вижу, когда этот плащ падает. А то сколько раз я ходил в ЦЛК, а она не падает. Че, старый забираешь? Да. А то я думаю, может тоже забрать? Нет, не нет, надо. Ты им заберешь. Ну там типа старый, и потом я иду, поэтому я спрашиваю. Жди, Женя, СРС, жди. Я более скромный. Знаешь, по такой же логике я себе оффхенд с Джайны забрал, а не Шемку начал собирать. Гена, надис. Ага. Да ну нахуй, я не то нажал. Ну-ка заново, ребят, не канает эта хуйня. На себе, да, сумку ты первый. На себе, да, просто. Да и чтоб сразу начислить себе. Слушай, Фарада, у меня приор был написан, что лага впереди, не ты. И смотри, если ты первый, давай поменяемся. Он был выше. Ну а дай Фарада тогда. Потому что, честно, у меня почему-то он был. Сегодня так хоть кто-нибудь осколки лутает? Да, локи собирает. Это, Ген, поменяй там эти штуки всякие. Ты все разрулил? Сейчас, погоди, нет, вот тут эту штуку отдам еще, локи, и это. У этого сними, пожалуйста. Фарада, короче, кольцо надо отдать, у Ваги забрать. Я понял. Я вот честное слово говорю, Фарада, вот у меня высветился на main spec единственный Вага. Вот как будто он один на main spec нажал, и он был первый. Да, Фарада выше. Еще раз повторяю, зеленым цветом, вот где слово main spec, у меня не высветился Фарада. Потому что он вагон. Все, давайте спускайтесь и пойдем ивент запускать. Так, также Void Grandbell в танках. 6 хилов. Так, все, Вага, мы тут. А можно вопрос? А у Фарада у него получается 7000 ЕП всего? Или это он на мейна? Как это? От 7 только пухи ключа и контрольки 5. Пухи Т5 и Трини. Тринки топовые, да. Ну, от 7 да, свои тринки. Все, пошлите. Вага, и что? Блять, я сэкануть забыл. Давайте, это 2 секунды сейчас.
пока трэш будете бить. Так, вот тут новеньким, наверное, я думаю, надо объяснить, наверное, что делаем мы, да? Потому что скольких новеньких было, все в ахуе говорят, что... На балконе, бьем на балконе, рандомными. Глыба рандомная. Все, стаки не набираем. Ну, то есть милики максимум 5 стаков, да? Все на вот второй так. Фазе центр-лево, центр-лево, метки. Что за Рамс идет на чате? Да там Фарада опускают. Не нравится. Правильно делаю. Мага, есть при себе кристалл пропасти? У меня есть. Вот когда что-нибудь на Мишу упадет, дай ему в трейд этот кристалл пропасти. А, типа расплю. Угу. Это знаешь это? Миша заходил, который нинджа. Я ему говорю, знаешь, что я тебе сейчас покажу? Ну типа, он говорит, типа, ты, пока я не играл, тут приоделись, все такое. Я говорю, а знаешь, я тебе сейчас кину в трейд то, от чего ты сгоришь больше всего. Что ты ему в трейд кинул? Эту кружку с магик. Кружку с магик. Из кого он там? Он до нерфа. Он с твина тогда пошел. Взял шипы, блядь, в рейд, нахуй. Он на теренаску в приоре выше, чем я. Да шо ж за хуйня? У него став, насколько я помню. Да, у него став, тот не получил. Кикать его нахуй. Или Солобезна, тебе нету став. Не, он собирает против ногу. Да, есть. На шемку. А с этого снова. А, ну все тогда, тогда ладно, тогда хуй с ним. Я из этого расчета. Видишь, так что он не заберет. У меня ж тут в голове-то целый конкулятор сразу, когда плачет. Не отдашь. Как бы его подставить, да, чтобы на синдре КП начислить или наличие, да? Старый, а ты думаешь, почему я тебя насчет плаща спрашивал? Я тоже примерно прикидывал, как бы мне так полутать плащ, чтобы еще и шмотку с Джайны забрать какую. Ну я понял тебя. Бать, тут какие евреи собрались, а? Ну ты жмоты, жмоты. И даже не друиды. И даже не одной совы. Даже не сова, да. Миша, ну ты и то уже давно сделал, так что не актуально. Кстати, Локи, ты не замечал то, что в демоне раньше, по-моему, можно было и порчу кидать, и разложение на одну цель. А сейчас либо разложение, либо порчу. Да, было что-то такое. Теренаска, мне кажется, больше никогда не выпадет. Последний раз две выпало, это пиздец. Да, алло, можно каску, блядь, паладину, блядь? Тоже пишу, блядь. Старый. Ты старый. И ДК каску тоже. Сука, япончик. По всем можно каску. Старый, хорошая. Сегодня теренаска выпадет вот в ангу. В обычке. Если не выпадет, я тебе ГП въебу.
Сегодня не выпадет. О, пришла. Так, ведьму не надо нам тут. Это знаешь, она также уже наколдовала, что не выпадет секстан, и выпадет поиск профа, когда гены нет. Я ныть умею очень хорошо. Вчера буешку наныл, сегодня плащик, видишь? Не-не, сегодня упадет клятва и теренаск. Я думаю, сегодня кинжал упадет. Это, сила бездны по-братски спизди у старого теренаска, чтоб он еще погорел. Ему не отдаст никто. Ему не отдаст, ты чё, не слышишь, что ли, Ген, блядь? Сейчас вообще дырболот, потому что на Личе и на Джайне буду я. А, ну Лёха, да. Лёха, братан, как жизнь у тебя? Старая Лёха, Эрлка? Друг. Да. Да. Ну и да. Все. Да я кипну его, конечно. И хватит флудить, блядь, долго идете. Сколько времени прошло, вы. Не, еще... Леха, честно, не за пиздежа. Ты знаешь, прям. А сколько долго мы идем? Мы с пятницы идем. Вот насколько долго. Ой, че ты ноешь? Нормально все. Мы закрыли око, пошли один квартал. Закрыли ЗС, пошли один квартал. Говорю, с пятницы целка проходит. Ненормально, когда мы уже в таком гире, блядь, и один инс проходим. Вот это нихуя не нормально. Да просто Лёхи нет, я же говорю, вы мазохисты. Не все, конечно, но есть люди. Когда Лёха, мы тут, блядь, чуть ли и Ока и ЗС в один день забываем. Представь, что бы там было в ЗС вчера. Ну вот да. Вот смерти от... Который саты, мне саты кажется, гили. Вы сейчас доболтаетесь. Ой, доболтаетесь. Да. Там на хеле от бомбочек, да и лужа. На зеске не... от босса нам... не отбегали. Нам не флут мешает. Господи, у нас тут все нормально. Танки, кто танчит дракона? Заберите дракона. Жу на всех согрелся, кроме танка. Ну потому что он, видишь, его в комнатку ведет. Ну чё, он в первом рейде практику ввели, за СО около один день закрывался. Это был Лёха, но ещё ЦЛК ХМ на половину квартала. Ну пусть нет, давай пару процентов уберем, да? Ну, например, ЗС ОКО, ой, ЗС и РС, потом ЗС и половина ЦЛК мы точно должны закрывать. Так, ставлю... А, отхиливаемся. Хильте. Я бы посоветовал немножко сетап рейда поменять. Лёха, все в твоих руках. Я бы посоветовал Фарада кикнуть с гильдии, ну ладно. Фарада, я думаю, тебе нужно будет в соло зайти. У нас очень не... мало РГДшников. Лёх, рули! Уже Синдра Лич остался, Джайна, я присоединяйся к нам. А он магом не ходил разве с нами? Нет, не ходил. Тогда лучше на мага, естественно. Дальше. Если не ошибаюсь, я магом на этом КД ходил с вами на Личайна. Серьезно? Не помню. Если я неделю не путаю. Ты ошибаешься. Зайди, посмотри. Ты ошибаешься. Если КД есть, идешь, делаешь рефрак, потом назад. Артемия произойдет хилом. Я думаю, жена инспектница в сову. Решил. Все, да, больше у нас никаких РДД нет. Хватит. Ну, да, есть, но меня никто не спекнет из-за цели. Давай думать, сейчас. Кого жену Эна. Да, сопрут и все. У вас есть вариант. Слышишь, старый, извини, что перебью. А, помнишь, адмирал тебе говорил, что он КД придержал? Если что, можно попросить его на кресте зайти. Я, у него есть наше КД, я знаю. Вот. А я, если что, в ШП. А, вы не забываете, что нам ДЦ надо, и надо кого-то оставлять сейчас. Мне в ДД обратно спекать? Нет. Ну, у меня пишет, что ЦЛК даже... в КД, но не написано, что это героическое. Бля, меня переместили в другую пати, меня в ДД или нет? Тебе не было, блядь, с нами ЦЛК 25 ХМ-ки.
Я, блядь, помню, ты не помнишь. Блять, у меня каждый день как день сурка. Память, блядь, как у рыбы. Когда вот кому вы дали... 12 часов работаешь без выходных, там похуй стал. Старик, есть 2 минуты? Да, 2 минуты. Объяви, пожалуйста, 3 минуты перекур. Одного ДКшку убираю. Старый, ты лучший, спасибо, брат. И это, Лёх, оставь Лича, пожалуйста, ему чё Лич нужен, чё Синдра. Кому смеликов не надо, эти два босса. Он просто просил. На Лич, Лич на Лича не попадёт вообще. Там Ауди в этот улетел. Ауди, да. Ауди тебе Синдра не нужна? Мне Синдра нужна, Лич не нужен. Вот меня поменяйте, мне не нужна Синдра. Меня можно поменять, но РДД и нет. Портал, пожалуйста. Что, братка, иди. На Лича он все равно не зайдет. Симоните Ауди. Лага, подожди. Лич. Да, у Фарада КД. Я его саму... ДСОМ, плацелись на другой копии. Всего не было с нами в ЦЛК 25 ХМ-ке. Ну, я кидаю ему. Я заходил на Лича и на Джайну, ты меня сам су... Если я кидаю ему саму, мне пишет, что у него когда другое. Значит, на сову иди. Сейчас подойду. Написано, за целью сохранена другая копия этого рейдового подземелья. Делай рефракт. Сейчас номер карты скину. Да он явно ходил с пугами. Инфосотка. Он с пивом ходил. Инфосотка. По-любому. А проще всего рефракт сделать, знаешь как? Вульпера делаешь, тебе кидают за альянс, потом админы тебе рефраг присылают на почту. Бесплатно. Я, кстати, вчера насчет этого тоже думал. Они еще до сих пор. И расу какую хочешь выберешь, и фраг. И КД все сбрасываешь заодно. Изи. Так, а я за ту курицу ЕП не давал, походу. Забыл. Да, не давал. Чё, рыбу бафы? Так, давай рыбу даю, ну. Ну я там вообще просил 3 минуты перерыва объявить, у меня не работает эта хуйня. Ну надеюсь, все пришли. Рыбу даю. Так, кто тут новенький? Тут. Пала нету, да? Ну, Грамбл знаешь, как на балконе танчить. Не знаю где, сказал релок, ждем. Да, ты офф танк. Войт танч. Он только на ласт фазе меняет. Ну я так и сказал. Саппорт обязательно. А кто Ави в гильдию взял? Я. Ну вон нахер. Я предлагаю, время покажет. Я просто старый, он конченый. А, ну... Дедлайк, Грандбол. Миша, твоего друга взяли. Зачем так как за... Я никогда не забуду, как это... Какая атака? Все стоим. Никто не... Блять, что тебе сказал? Чего? Да, блядь, еще вон половина даже не на петах, нахуй, включая меня. Да это все готово, отчет 5 секунд. Мало времени, что ли? Да я что-то мол... запарился, меня... Мишаня наехал на меня, блядь, за этого Ави. Сейчас вопрос выявите?
Чёрная атака. 6 человек без сопрота. Погнали, погнали. Да я выпью, сейчас подбегу, выпью. Да, когда стаки будут, вообще никто ничего не юзает, нахуй. Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна. Кто под освобожденкой, никто ничего не юзает, напоминаю. Сейчас притягивание скоро будет. РДД, подойдите поближе. Не резайте, я вешу. У меня все на месте бегают. Ну, рассосались по периметру в метке. Рядом с центром падает. Там же. РДД дальние, бейте, милики ближние. А у Ешин сильно не убивайте, справа в центре. Справа вдаль. Это последнее. Все, разбили все. Ну, НБР не жду. Кирска, катаешь, скажешь. Ага. Под освобожденкой не бьют люди, повторяю. Бафы дали Зукаву. Притяжка будет скоро. Вообще, чтобы я вам не напоминал о притяжке, РДД, старайтесь ближе держаться. Не прогадай. Чё за хуйня у вас случилась, Гринперси? Карина, бернишь гринперсик. Бафы по гринперсику. Разнесите, пожалуйста, метки, блядь, нормально. Звань свободы. По полукругу. Метка справа, прям близко справа. Кто может хилить в упор? Вон там отдачи надо. Слева близко. Отдача прям, блядь, я бы сейчас его снес, если честно. Спрятался был. Справа, смотрите, метка. Крайняя метка. Чуть-чуть вправо. Это последняя. Быстро-быстро сносим метки. Прям быстро, особенно где отдачи. Ай, блин. Вроде отлагал. Ну, полежи пока, сейчас это, Берни. Я не спешу, можете не Берни. Так, давай, Ганвеста, БР, мага. Освобожденку не бафы много. Притяжка скоро будет. Еще раз кто-нибудь умрет, ГП получит за эту хуйню. Форсгорна, верни мне, пожалуйста, грим. Бафы дали по магу. Метки смотрим, захиливаем рейд, чтобы они полные в метках были. Все молодцы. Так, смотрим, лево падает. РДД по дальним бейте.
там же падает. Смотрите, сейчас перевести должны. В центре. Сука, метку ставил. Так. Бьем пока. Как переведете все в кружочек. А метка чуть дальше черепа. Все, сейчас перефаза. Вторая фаза. Все встали. Встали. В кружок все. Чуть дальше черепа уходит метка. Метка. Первая влево. Пошли, сбили милики. РДД бьют. Ледяная метка, дальше черепа, все за метку, сейчас притяжка будет. Нормально все. Вообще прям. Давайте, боб там, хуёб. Падайте. На трех хилах класс, пождём. Так, кто на притяжке не отбежит, умрет, ГП получит. Все БРы на вас потратили. Хуян. Мы сейчас не из-за этого вайпнулись. Понятное дело, все равно. Мы сейчас вайпнулись, потому что кто-то взрывал. Из-за того, что метка у нас упала. От неактива. Она упала, потому что у нее было 20%, потому что кто-то взорвал в рейде несколько. И освобожденку я видел, что взорвали. Не захилили меня, когда я выносил метку. Да там. Посмотри, сколько разрядился. От союзников. Так, урон по союзникам. Рога на первом месте. Дальше Вар, Лич. Не бахай. Миличников же не бахает по рейду. В РДД все нормально. Жену Энгри, персик из РДД. Ну и все. Дальше погнали. Ханты и Женек, но это уже там в конце. Совы бахает. Рыбу ставь. Ребят, появилась освобожденка. Уберите руки от клавиатуры. Тут не надо. Не надо ничего юзать. Он сел бездны и бруна надо Так, сейчас я череп подальше отнесу. Раздавайте кулаки, ну написали все готовы, я запускаю. Дайте кулак по ДК.
слушаем. Напоминаю, первая метка относится влево. Вторая уже становится в центре. Притяжка будет скоро. Метка близко право. Почти там же. Центр близко. Дальняя сбивать и последняя осталась. Ждем. В центре почти. Все разбили. РДД, еще раз освобожденку увижу в рейде, получите свое. Притяжка скоро. Все хилы под освобождён. Даю гимн на хап. Нет, не гимн. Могу спокойствие поражать. Отхиливайте, отхиливайте. Я один был не под освобождёнкой. Так, бьём, бьём, бьём. Метки. Кто метки будет на фул, постарайтесь их. Лево. Близко. Там же. Друиды, у кого БРС? Лево. Как приземлиться, босс Бернеш, Грин Перс, центр. Сбивайте. Чё, старый Грин Персика? А, пока тут бы, ну ладно уже, пока тут лучше Берни. Мне кого? Пока тут-то? Да. Тоже Берни. А чё, пока, тут, пока тут Грин Персика Берни. Миша, Берни отдача. И бафы по людям, бафы за хилы. Притяжка сейчас будет, готовьтесь. Через 5 секунд. Бафы отдайте по людям. Еще БР есть? Руль пока тут без освобождения. Найдите мою метку, доведите ее, пожалуйста, до полтинника, до сотки. ХП у меня мало, разобьете потом. Хоты только не накиньте, стопните по мне ДПС. Там справа от черепа сидит. Все, хватит по старику бить. Разбейте.
Ну, переводите. В кружочек все. Первая метка влево уходит. Все, перефаза. Дайте Геру на мне освобожденка. Женек. Женек, влево уйди. Милики, потом собьете ее. РДД долбите, босс. Быстро, Женька. Следующая метка в центре. И готовьтесь, притяжка будет. Не разряжайтесь, блядь. Уйдите с черепа все. Метка в череп встала. Бегите оттуда. Метку-то разбейте. Отходи оттуда, следующий в центр. Если БР и есть, и пончика БР. Ой. Освобожденку не стакайте. Сталища притяха. Все, все в босса. И этот. А, нет, давайте в центре разбили. Протяжка через 10 секунд. Следующая метка в центр падает. Слева милики разбили. Следующие метки, последующие, выносим лево-право. И все в босса вкидываемся. Все, в центр метка. Стали притяжка, отбежали оттуда. Остальные метки все лево-право носим, все в босс. Все, тупо в босса. Метки лево-право. Демон, отойди нахуй слева. Добивайте босса. Метку в центр поставьте, одну притяжка будет. Пиздец. Два ляма, добивайте, уведите босса. Отводите метки. Лям, метки в сторону. От метки сами отбегайте. Вот, короче, ребята, вот метки не ставьте вот так впритык. Я не мог скинуть танк стаки. У меня 7 стаков. Второй танк умер. Ставьте, чтобы скидывать можно было стаки, пожалуйста. Они убили, что ли? А что такое хрустальная сущность Синдрагос? И что это за хуйня? Это квест. Это если биклика. Его ролить надо? Мне можешь отдать, у меня квестик висит. Понимаю. Если получится. Там у всех должен быть, все могут поднять. Ты эту хуйню порол, рольте. Старый, слышишь, у меня пингует очень сильно, ты меня поменяешь, наверное? Сейчас Лёха рулит. Всё Лёха сделает сейчас. Старый, я звонок сейчас делаю. Так, а я не понял, а у Карины чё, у неё танк мейнспек? Я дебил. Пианист тут? Танк, да. Да, здесь. Пианист, чё, на лича уступаю, да, там кому-то? Идёт разрол шмота. А чё, бой, что ли, или чё, я... Вальп согрел? Да. Я согрел. Ну, бей, значит. Я уже умру.
Короче, скажите, когда убьете, там две шмотки осталось, и как убьют. Не убьют. Че, старый темк передается-то кому? Что передает? И темк спрашивал, Синдрагой. Да, можешь поднять, если у тебя квест. Такого не вижу. Сагрилич. Не, я ее как бы взял, но я ее проролил, она мне нахуй не нужна. Я хуй знаю, что с ней. У тебя есть квест на Синдрагу? Не знаю, короче, я проролю, я шмот не могу проролить, понимаете? Бывать. Нахуй вы агрили? Как можно по пути к лечу, сука, вот что можно заагрить? Она развернулась в обратную сторону, полетела стрик, я ее сагрил, извини меня, пожалуйста. И чё, и долго вы ее мучить будете, блядь? Умрите и все, прыгайте вниз. Умирайте нахуй. Дайте лут разролить. Кто-то не слышит, что ли, или чё? Чё там с этой Валькой? А её бьют или чё? Я сказал, умрите все! Да, блять, Вальки просто летают, не бьют никак. Всё, ушёл этот бой. Умрите, говорит, я сейчас пол рейда в окно выйду, блядь. Почему ГП никому не дали на, блядь, бомбах этих, то, что люди позакали? Потому что я не дал. Они на бомбах первый раз упали, потом я сказал, что если еще раз умрут, короче, неважно. Ладно. Просто мне как-то 1000 дали ГП, я вот тебе... Я запись сохранил, потом раскидаю. Леха захочет, и он Фарада раскидает потом. Сейчас справедливость восторжествует на лечении, не переживай, сейчас всем... Я в хиле опять? Ой, Карин, почему я не могу тебе это кольцо отдать? Оно уникальное, может? У нее, может, есть обычное? Наконец-то, нахуй. А, вот такую хуйню я потом... Ко мне подойдете, короче, рольте. Обмен кинете, я вам на личи отдам. Да, она персональная. А, все, что ли? Видишь, смотри, тот, у кого висит лутер, видит все темки с боссом, вне зависимости, есть у тебя квест или нет у тебя квеста. Квест на Валитре, когда мы Валитре убиваем, он там появляется, его не было, соответственно, сдать некому. Чего она бесполезна. Нет, сдать его можно, кстати говоря. Его... Блять, сдать его можно, он там этот непис всегда стоит. Он с драконьим по гости стоит, да. Поэтому если кто-то брал этот квест, но не сделал, он его может. У меня он вообще с десятки, но отображался, что типа его сделать можно было, хз. Этот, объяви, Ген, пожалуйста, 5 минут перекура, Леха еще рейд пошуруидит. Сейчас Леха войдет. Он ждал, пока вы рот, блять, лут разролите. Я разролил. Да, скажите, когда там перерыв закончился. Просто еще, может, и раз бы сходили, блять, с этими. Я пошел на другого персонажа, блядь, прот заканчивать. Вот там пингует. И мне кто-нибудь ответит, мне в хила или в ДД спекс? Ты в хиля. Леха, я. Ты тоже в хиля. Мне... Ауди. Мне на лича надо. Ауди в хиле, блядь. Или на сундук, пожалуйста. Кого пингует? Кто жаловался, что пингует? Лёх, сложно сказать. Запинговало где-то минуты на 3. Сейчас опять все нормально. Поэтому понять. Никитос, можешь, пожалуйста, поставить почту и джипса? Два ареста шоу. Артемий, если хочешь, можешь зайти фантом.
Сколько у нас стоит сет за УД? 14,5 или сколько там? Какой? Ну, типа, ну, за УД, вот если покупать, то 10, руки, плечи 9, а... 14,500. 14,500, да? Хуёво. Остальное по 9. Ай, сука, я не успею, да, плащ почарить. К тебе будешь заходить или нет? На хунта. Мне кажется, она не в Дискорде. Смотри. Лёша, ты кем пойдешь? Ран был в ретрика, спекаешься. Смоньте меня. Пианист, что со мной? Уступают там место, нет? Первые 5 групп идут на Лича. Лёхич, ты кем пойдешь? А, вон да вижу, на паладине. Он без бабла не может от Джайна танчить. А кто у нас Джайна, кстати, танчил? Лёха. Войд и пианист. Да у он вчера первый стать. В первом рейде Кават оф танк, но рулет мейн танком танчил. А, Кават был. Скажите, как перерыв закончится? Минута. Одна минута. Ну, ты можешь не заходить. Ты на замене. Ты бесполезный. Поставьте джинса, у кого есть. Да я видел. Так, короче, что у нас там? Три основных правила. Первое. Сквернение в центре. 5000. Сразу на чисто. Могу даже заезди исключить. Кто там пианиста в рейд хотел? Что-то на замену захотелось. Я не люблю, когда осквернение в центре. И осквернение в центре никаким образом не может быть, если вы не долбоеб. Может быть на малом круге только, не в центре. На малом круге может быть, но в центре быть оно не может. Так, ладно. Чувай, жара. Дальше следующий нюанс. Ловушки. Милики, РДД, смотрим сами. Первая фаза не анонсится. Диспел. Старик, Денчик, Япончик, Женек. С вас диспел. Дальше. Вторая фаза. После первого осквернения Гера должна быть. Шаманы отслеживаете, вас два. Так, вторая фаза заканчивается, начинается третья. На третьей фазе метка будет на лаге, все бегаем звездочки. По поводу духов, духи все нормально, в принципе. В комнате прохиливаем, отдаем сейвы. Сила бездны, холи нового спамишь. В принципе, больше ничего сложного нету. Чем больше ДПС, тем легче босс. По поводу срыва агро то же самое. Смотрите, гневных духов не срывайте. 4 ханта, 1 рога должен быть на пул. На перефазе, по боссу может побить Артемия, плюс Никитос. Все остальные играйте по гневным.